Так вот, что я так для сравнения. Старый блочок. Вот. И новые блочки. Вот он маленький такой. Вот я хочу делать такие блочки маленькие и реализовывать их желающим. То есть, скажем, это я покажу потом, как дальше организовать процесс выращивания. Скажем так, расположить в коробочке прозрачно, с вентиляцией. Мне кажется, это будет очень интересно для выращивания грибов любым желающим. В принципе, там, ну, когда я реализую, в общем, покажу. Вот такие вот блочки такие делаются. Вот так. Это вот гораздо меньших размеров. Thank you.